А, прикольно. Да, смотри, сколько много. Эй, не успеваю я за вами. Дельфины, вы где? Вон, играют. Вот. Ну вот, должны в районе кормы где-то выныривать. Ага. Вон, пошел. Играют. Ну, буду рандомно снимать места. Может, где-то схвачу еще. Вон. Так, как будто на попутной волне идем, и с мостика слышится, как будто волна шуршит. Это мы туда шли вечером, я и понять не могу, что такое. Это дельфин, оказывается, шумят. О, играет. А я не успеваю, извиняюсь. Такие быстрые, скоропостижные такие. Вот, есть. Где еще вынырнул? Непонятно. Сейчас кормы, значит, будут. Ага. Марокканские дельфины. Вот прям под бортом работают. Играют. Так, значит, пошли они на обгон, значит, судно. Вот в обратную сторону пошел, сейчас должен догнать судно и играть. Где? Вот он. Вот он, красавчик. Давай. Не вижу, телефон хоть не уронить. Он догоняет. Вон они, отстали. Ну, парни, догоняйте, или все? Нет. Я думал, все, отпустили уже судно. Отпустили в плавание, поиграли и все. Нет, вон они. А? Че говоришь? Ага. Не ушли, вон прыгают красавцы. А где стая-то? Стая сзади осталась, да, вон они. Отсюда уже не видно. Вон стая плещется вдалеке. Нет, еще вот подошли. Давай. Должны еще где-то поиграть. Вон играют. Вот он пришел. На шум винтов идут. Они, наверное, еще знаешь где? Сейчас там это, перед штевнем играют. Но я уж туда не пойду, там, наверное, ветрено. Ладно, все, пока, дельфины. Может быть. Еще, может, сейчас будут играть, но не так сильно. Вот такое вот. Ходим от побережья Марокко. Нет, смотри-ка, опять пришли. Один какой-то залетный, вон второй. Слышь, он там вот. Перед носом. Или по технически перед штевнем, перед форштевнем должны играть. Ну туда уж не пойду, там, наверное, ветрено сейчас. Ну, там вдалеке, не видно, играют. Вот еще один подошел. Но уже не так интенсивно, когда это было.
Ну что, устали уже? Давай еще. Где? Куда? Все, уплыли.